Дорогие друзья, я хочу предложить вам послушать выступление артиста Олега Анофриева в несколько необычном для него плане. Да, сегодня я вам прочту лекцию на тему о развитии транспортных средств от первобытных времен до наших дней. Одну минуточку. Итак. По большой планете шел веселый человек, шел себе пешком, с палкой пассажком. Человеку скорость первобытная скучна, новая ему нужна. Поскорее, поскорее, человек спешит вперед. Поскорее, поскорее, время лотереи не ждет. Ты у ветра отнимешь победный разбег и упрямство у горных рек. Все скорее, скорее, скорее вперед человек. Разъезжал в карете по планете человек, ехал, напевал, в замках ночевал. Человеку скорость допотопная скучна, новая ему нужна. Поскорее, поскорее, человек спешит вперед. Поскорее, поскорее, время лагеря не ждет. Ты у ветра отнимешь победный разбег и упрямство у горных рек. Все скорее, скорее, скорее вперед человек. Ехал на победе по планете человек, ехал, не дремал, тормоз нажимал. Человеку скорость современная скучна, новая ему нужна. Поскорее, поскорее, человек спешит вперед. Поскорее, поскорее, время лотереи не ждет. Ты у ветра отнимешь победный разбег и упрямство у горных рек. Все скорее, скорее, скорее вперед человек. Вот он на ракете, наш веселый человек, мчится в темноте к звездной высоте. Человеку скорость межпланетная скучна, новая ему нужна. Победный разбег и упрямство у горных рек. Скорее, скорее, скорее.